Страйкбольная версия автомата SLR-106UR Arsenal от тайваньского производителя LCT. Версия 2016 года. От предыдущих версий данная модель отличается тем, что у нее установлена стальная имитация затвора, которая выполнена одной деталью без сварки. Внутри гирбокса третьей версии находятся стальная направляющая пружины, 9-мм подшипники и усиленные шестерни. Кроме того, данная модель комплектуется механическим магазином на 130 шаров, в отличие от предыдущих версий, у которых были бункерные магазины. В комплекте был сам автомат и механический магазин. Материалы изготовления. ДТК, ствол, ствольная коробка, прицельные приспособления, крышка ствольной коробки выполнены из стали. Цевьё, рукоятка и приклад выполнены из ударопрочного пластика. Органы управления стандартные для приводов АК серии. Спусковой крючок, рычаг отмыкания магазина и переводчик режимов огня, который имеет три положения. Предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. Прицельные приспособления регулируемые. Мушка и целик. Приклад складной. Складывается в левую сторону. С левой стороны ствольной коробки есть стандартная планка для крепления оптики. Внутри находится стандартный гирбокс третьей версии. Все запчасти гирбокса совместимы с запчастями от других производителей, так что с тюнингом данного привода не будет никаких проблем. У этого привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо отвести имитацию затвора. Хоп-ап стандартный для приводов АК серии. Регулируется с помощью бегунка. На стойке мушки и прикладе есть антапки для крепления ремня. К данному приводу подходят бункерные и механические магазины фирмы LCT. Магазины от Цима тоже подходят, если подпилить задний зуб.